напрямую относится к бюджетному финансовому комитету, усилиями депутатов, на мой взгляд, снижена ставка аренды ФОМСа, собственно, пошли на встречу. Непонятная позиция Балякинова Ольги Владимировны. Она должна была в понедельник вчера сказать, чтобы непубличная дипломатия пришла к соглашению о том, что собственники снимают, вернее, понижают арендную ставку в два раза. Приятная новость. Ольга Владимировна должна была поделиться вчера для того, чтобы на публичных каких-нибудь мероприятий вы могли нарушить наши нарушения, потому что мы это узнаем не от вас, а вообще через четвертые какие-то руки. Я хочу сказать, вы как руководитель этой группы, которую мы вам доверили, это вас не назначили, никак вам оказали большое доверие. Вы его подводите. Сергей Георгиевич, можно я отвечу? Сейчас, мы поучим. Давайте, отвечайте. В результате проведенной рабочей группы собственники согласились на снижение аренды в два раза. То есть метр квадратный 380 рублей. Я об этом узнала 8:30 вечера. Сейчас, после окончания этого комитета, я хотела пригласить к себе в кабинет непосредственно группу, которая участвовала, для того, чтобы довести до членов группы этот результат, который я узнала вчера 8:30 вечера. И какая экономия будет? Экономия будет около 5,5 миллионов рублей. Сколько лет? 20 лет умножить на 5, да? А у меня еще вопрос. А это как 4 зарегистрировано? Теперь по документу, уважаемые коллеги, можно я договорю? Дальше. Значит, до конца декабря будет заключен договор, который будет представлен депутатам непосредственно для того, чтобы мы видели, что все те договоренности, которые были достигнуты, воплотились в договоре. То есть, когда будет заключен договор с двух сторон, мы с вами увидим готовый результат. И до конца года у нас вот он сейчас будет. Сейчас какая просьба у меня есть к вам. Может быть, как председатель комитета, вы запросите в правительстве, какие помещениями еще пользуются правительственные структуры, и создать рабочую группу, может быть, даже под вашим руководством. Вот Саминский мог бы это сделать, или Антон. Вот, и пересмотреть многие договоры, где правительство области арендует у коммерческих структур или где-то еще арендуют площади, также на момент, на предмет завышения аренды. Логичное предложение. Пожалуйста, запишите.